У нас появляется новый газовоходный томат. Все мы его знаем, ну, скажем так, все мы испытывали этот томат в прошлом году и в этом году. В той же самой Каменке-Днепровской, в той же самой там, Харьковской области там, или Херсонской области. Он назывался раньше 3167, это был наш внутренний код. Его перевели в следующую фазу, теперь он будет называться 73909. На следующий год мы планируем большое расширенное испытание по всей территории Украины, которое нам позволит подготовить рынок и получить более объемную, полноценную информацию от наших производителей, что нравится, что не нравится. Его можно будет посмотреть в теплице. Так как мы снимаем с производства гибрид 7394, этот гибрид пойдет на замену. Этот гибрид имеет более крупные плоды, более сильное растение, плоды не трескаются, они плотные. Гибрид позиционируется в сегменты, то есть это тот томат, который плотный, не трескается, хорошо себя ведет в стрессовых условиях, хорошо держит первый и второй оборот, имеет хороший силы роста и высокую однородность плодов. Вот. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.